Осман, ты видел новость? Да, видел. Хорошо, но откуда это вдруг оказалось в СМИ? Как бы Кемаль не подумал, что это твоих рук дело, не разозлился. Слушай, дорогая, очевидно, что это не мои дела. Хочу пойти поблагодарить Бахар. Было бы хорошо, я тоже поеду с тобой. Да нет, ты займись делами своими. Ну ладно. Я к Назанам собирался поехать. Тогда вместе поедем. Давай, ладно, подбросим. Бахар, пожалуйста, хватит плакать. Ты просто допустил ошибку. Мы все допускаем ошибки, что-то такого. Да это очень хорошо вышло на этих фотографиях. Бахар, дорогая, пожалуйста, не надо так, а прошу. Ну, сестра, прости, пожалуйста. Я просто хотел смягчить обстановку. Ладно, все. Плача, мы ни к чему не придем. Да и Кемаль простит тебя. Не выдержи твоего плача. Да, мама Севги? Ну, я не знаю. Надеюсь, будет, как ты говоришь. Мама. Добро пожаловать. Кемаль? Выпил, что ли? Бахар. Поговорим с тобой. Кемаль. Она не виновата ни в чем. А что, было бы лучше, если бы она плохое говорила про нас, журналисту? Прошу. Спасибо, доченька. Я возьму. Спасибо. Проходите. Папа? Кого я вижу? Причина всего. Любимый папа. Сцена его. Что ты делаешь, сынок? Прошу, не стойте на ногах. Я пришел, чтобы поблагодарить. Еще чего? Ты же не из-за этого приехал. Журналисты где? Попозируем, может? Чтобы репутация Козанов поднялась, а? Мехмед Кемаль, пожалуйста, хватит. Тебе хватит. Ну вот, смотри. Прошу. Получилось у тебя. Грязные руки ставили и в этот дом привел. Кемаль. Репутация Козанов поднялась вверх. Что тебе еще-то нужно? Кемаль, приди в себя. Разговаривай с отцом нормально. Папа. Какой папа? Вот это папа, что ли? Босс. Большой руководитель группы компаний Козанов. Успешный бизнесмен Осман Козан. Ты очень несчастными нас сделал, Осман Козан. Очень. Гордись своими выходками. А теперь выходи из дома. Сынок, не надо. Ну, выходи давай. Выходи из этого дома, папа. Кемаль, говорю, уже хватит. Нет, хватит. Если ты вместе с ним, то тоже уходи.
Папа. Все нормально, папа. Нормально, нормально. Папа, тебе уже лучше? Все нормально, доченька. Прошу, выпейте немного воды, пойдет на пользу. Вы выглядите не очень хорошо, так, Бахар. Иди принеси прибор для измерения давления. Бахар, доченька, не надо. Все нормально. Просто немного. Пойдем. Папа, слушай, тебе тяжело дышать. Давай, прилег здесь немного. Да не надо. Пойду. Да и Кемаль тоже меня уже не хочет видеть. Надеюсь, ты внутри себя поймешь меня. Почувствуй свою вину, сынок. Папа, так я тебя не отпущу. Едем к нам, давай. Бахар. Нам нужно поговорить. Ладно. Это молчание не к добру. Ты что-то плохое скажешь.